понедельник в Самарской области ожидается ясная, по-настоящему теплая весенняя погода. Осадков не будет, потеплее. Днем температура будет 11-14 градусов выше 0, ночью плюс 1, плюс 3. В Сызрани ясно, днем плюс 14 градусов, ночью плюс 2. Ветер южного направления 6 метров в секунду. В Тольятти ясное небо, днем плюс 13, ночью плюс 3 градуса. Ветер юго-западный 6 метров в секунду. В Самаре ясное небо, днем 13 градусов тепла, ночью плюс 1. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 41%. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.